Доброе утречко! Всем привет! Всем привет! Собираемся в школу. Маргарита еще не выгуливала. Я уже собрала. Ланчбоксы я уже собрала. Это твой? Ага. Ну. Гимми. А что так мало? Привет. Что у нас там сегодня? А сегодня туман. Ой-ой-ой. Почему? Туман, туман. Ксюша, посмотри, что со твоей курткой. Ты ее на улице забыла. Ой. Как ты пойдешь? Ой. Ой. А я думала, что это не моя. Она покрылась этим даже. Она замерзла. Иди в эту, в сушилку быстро брось. Ну-ка, дай. Посмотрите, она льдом покрылась. Ксюша. На 5 минуточек. Пока ты будешь сейчас собираться. Так, собираем рюкзаки. Что ты там ищешь? Там ничего нет. Ты хочешь сделать себе лимонадик? Так, сегодня я им дам палочки. И вот такие вот мышцы. Каролина доела тут или нет? Она не доела. Тут она съела палочки, но не съела сыр. И вот эти пирожки. Так, все, где? Макс, где твой ланчбокс? Сюда. Сюда. Нормально. Это лимончик. Не пахнет лимоном, конечно, но там витамин С. Я буду выпрямлять волосы плечикой. Они у тебя совсем не прямые. Нет, ну здесь у меня торчит. Ну и что, пусть торчит. Что, не выпрямляется? Нет? Ну это, видишь, такой специальный волосок. У меня тоже такой есть. Иди одевайся. Я уже одета. Куртку. Она там шушится. Доставай, шушится. Она уже вышушилась. Доставай, вышушилась? Да. Ой, какая горяченькая. Нет, да. Тепленькая, давай, одевай. Так, все? Все готовы? Все. Бонни тоже готова? Ой, ты не идешь. Все, на выход. Раз, два, три, четыре. Выпустила Бонни пока погулять одну. Я здесь пока загрузила видео Маргариты. Скоро оно выйдет. Через 3 минуты. У меня здесь 10 минут, пока разгружу посудомоечную машинку. И пойду уже за Максом. Сидит такая деловая. Эй, все, уже погуляла? Бонь, заходи. Погуляла? Нагулялась у меня девочка. Кстати, у нас хорошая новость. У нас открыли все магазины. С сегодняшнего дня, с 1 марта, открыты все торговые центры. Закрыты только, получается, рестораны, бары, отели, развлекательные центры. Вот. Но хоть что-то. Хоть что-то открыли. Хоть что-то потихонечку открывают. Это хорошо. Это уже радует. Сегодня нужно поехать купить корм для Бонни. Сухой корм. Мокрый корм она уже съела. Папа сегодня приедет с работы. И поедем за кормом. Дети вернулись со школы. Сразу припахала мама. Помогла себе дать. Все, ножей больше нет? Нет. Что это такое у тебя? Ты рисуешь? Что ты маску сегодня? Тебе дали маску? Я нашла у меня в рюкзаке. Да. Она сегодня маску забыла. Но вам там выдают вообще маски? Да. Одноразовые? Да, там всегда учительница. Да? Вчера сварила картошку в мундире, у меня осталось. Я ее сейчас поджарю. Я не умею. Бери нож, иди учись. Я не умею. Учись. Я тоже не умела. Как я потом научилась? Дверь открой, пожалуйста. Хорошо. Завтра. Ой, сегодня будешь делать, папа придет. Да. It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24-carat dream. No supermodel. Мы тут смотрим наши приключения в Испании, которые были в 2018 году, 3 года назад. Девчонки такие маленькие. Миллион просмотров. Только папа, тогда я пошла. Там мне было 10 лет. Акула, 10 лет. Точно. Часов
что бегом давайте. Ладно, давайте кушать, это уже скоро в школу. Ксюша, иди на телевизор, ма. Давай быстрее. Можно, все, можно. Не вилка нужна. Вот вилка лежит, я тебе дала. Это твоя. Дома, красивый, красивый. Он подходит тебе с костюмчиком. Чем у них? Маргарита, волосы не хочешь отрастить опять длинные? Угу, не хочу. Может быть, вот такие. Но не такие! У меня волосы жидкие. Жидкие. У меня они жирные. А у меня не жирные. Мама. Мамка. У Маргариты волосы жидкие, растекаются. Так, не знаю. Мама, у меня не жирные. Помыла. Мама, она хочу в Эммен, она хочет в Эммен центр своими друзьями покупать бабл ти. Сами она не хочет. Нет, 52, 2,50. Давай, все, пока. Ты до скольки? Как всегда. Бонни, Бонни, мячик. Бонни, поиграем, поиграем немножечко, да? Чей мячик? Ой, какой мячик, классный, какой мячик. Лови. Быстрее, 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 быстрее. Ва. Вот так. Погрызи, погрызи. Она до сих пор его не прогрызла, представляете? Вот там водичка внутри, она до сих пор его не может прогрызть. Какой хороший мячик, да? Дай. Кидай! Лови быстрее! Мы тут заехали в магазин. Нашли вот такого бэйбика, бэйби Йода для Каролины. Она будет просто счастлива, когда увидит такого бэйби. Это просто не, это не бэйби, это гигант какой-то. Это больно? Ушастый. А Макс себе хочет маску Star Wars. А, и что-то тут я ничего не вижу. Наверное, тоже нужно пристегнуть, Макс. Сейчас Каролина будет в шоке. Каролина будет в шоке? Да. Это точно. Так, сейчас мы поедем, купим Бонни корм. Мы вообще-то приехали за кормом, но мы это по пути зашли в другое место. Все в шоке. А ты что, раздетая, мадам? Жарко? Да, жарко. Как вам новый друг? Так, Нате, держите. Смотри, о, все, она сразу нюхает, нюхает. А я немножко другую взяла. Коробь. Вот, здесь получается, ну, тоже от 10 месяцев и больше. Машечка, все, 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 мы едем. Нельзя, нельзя, нельзя. Ой, там еще вкусняшки. Коробки. В пакете. Давай туда на кухню отнесем. Нравится тебе твой бэйби? Да. Каролин хочет. Мы как увидели, сразу схватили, все, берем. Твоему тоже питомцу обязательно. Вкусняшки. И вот Боньки. Человек. Вот в комнате. Что у тебя происходит в комнате? Скажи, пожалуйста. Это что за место здесь такое? Это чилеке. Угу. Это типа тут такое место для отдыха, да? Ага. Yes, of course. Yes, of course. Угу. Тут у него мусорка. Где мусорка? Вот. Вот она мусорка. Мне на кровати лежит. Вот она мусорка. Какая большая комната для мусора. У всех тоже такая проблема, в чем идти в школу? Или у вас форма? Я хочу форму. Каждый день мне нужно выбирать дурацкую одежду. Да, вот так вот глаза закрывай. И теперь выбирай руками. Подожди. Не смотреть! Ой, у тебя даже не открывается. Единорог тут лежит. Не вижу. Давай, закрывай глаза. А теперь ты должна... Да не кусай меня! Маргарита. Давай, ты теперь протягиваешь ручку и выбираешь себе штанишки. Как раз они прямо висят. Давай. Это. Выбрала? Угу. Это новые. Твои новые джинсы. Ты берешь их все-таки? Да. Я думала, ты их хочешь вернуть? Не, сейчас их попробую еще раз одену. Этикетку не сняла знаю. Еще? Нет. Угу. Что это за кофточка? Черная водолазка. Ой, черная, это да, водолазка. Это же подходит? Да. Ладно, давай, мерь. Теперь мерь. Модерсау.
А ты у Ксюши спросила? Да, именно. Спрашивай. Марко Геруа! Ну что, я нельзя ремешок, ты же мне разрешала. Нет, их мало. А ты что, сразу все носишь? Да. Она их не носит. Она ни один ремень не носит. Тогда мне нужно искать маму. Нет джинсов. Ну так помогай, Маргарита пока наденет. На, надень. Чего? Так, а ты заправлять хочешь? Да. Ну вот, прикольно смотрится. И ремешок подходит. Давай, затягивай. Эй. Ух, анфасен. Приват. Мама. Приват. Все кишки себе раздавишь. Придавишь. Мама, что ты такой, потом взять это такой. Потом ремешок. Потом ремешок поломать. Кто так придет домой? Ой, что, рисо? Счастье. Нет, это не так. Да, вот так просунь. Камбезер. Ля-ля. Нравится? Да. Так что можно снимать, да. Так пойдешь? Да, конечно. Это потом можно пришить, мам. Ага. 34 размер. Ну, у нее у мама, Маргариты 32-34, смотря какой. Фасон. Да, фасон. 32-34. Мом слим фит. Швил миша фрай. С ребятушки, кто спрашивал насчет вот этого светильника? Я не знаю. Я не знаю, на каком сайте Маргарита заказывала. Она нашла этот светильник. Где? В ТикТоке, да? В ТикТоке вылезла реклама. Она нажала на эту рекламу и купила. В общем, я не знаю, как сайт называется. Ну, в общем, вот так вот он называется, этот светильник. Starry Sky Night Light. Light up your space. Yes. Вот, вот так вот называется. Если что, ищите там, не знаю, либо Wish, AliExpress, мне кажется, потому что это с Китая приехала. Да. Они там везде, мне кажется, есть вот эти светильники. Это сейчас мода такая. Поэтому... Но они очень красивые. Это не просто, это не только мода, они тоже правда. Они очень классные, да. Они правда очень красивые. Starry Sky Night Light. Ну, в общем, типа этого космос, space. Space. Космос. А зачем ты коробку хранишь? Ну, и стоил он сколько? Где-то $40, да, он стоил. Да, он не из дешевых, кстати. Я не знаю, может быть, где-то дешевле, но мы взяли вместе с отправкой, да? $40. Мы хотим открыть опять магазин. Я не знаю, как будет отправка в другие страны. Но из Швейцарии отправлять очень дорого, ребят. Поэтому мы не продаем сейчас слаймы. Мы не отправляем наш мерч. Мы вообще ничего не отправляем, потому что очень дорого. Италии. Выходит очень дорого. Италии. Италиан. Да, поэтому мы обязательно, как только мы опять откроем наш магазин со слаймами, мы обязательно вам скажем. Пока он у нас закрыт. У нас столько много декора для слаймов. Вот так вот, мальчики и девочки, а также их родители. Мы будем собираться спать. Комментарии YouTube. Нехороший такой, все равно отключает. Но вы все равно, ребят, пишите комментарии, успевайте. Мы читаем, лайкаем хоть какое-то время. Нам приятно почитать. Вот. А сейчас мы будем собираться спать. У меня все еще никак не пройдет губа. Уже болячка такая. Почему она типа вылезла? Простуда вылезла. Кстати, после того, как мы в горы съездили. После гор. Съездили в горы, у меня выскочила простуда. Все никак не пройдет. Завтра я хочу поехать в торговый центр, пока все будут в школе. И я пойду погуляю. Посмотрю что-нибудь интересное. Говорят, что у нас сейчас очень много скидок, так как у нас сколько? Почти 2 месяца у нас все было закрыто, никто ничего не продавал. Купи мне леганцы для спорта. Завтра, пока дети будут в школе, я пойду немножко прогуляюсь по магазинам. Это не новая. Да, но это она не новая, но она мне не нравится. Я хочу купить вот такую же. Но она у нас испортилась, вот ручка поломалась, и вот эти все зубчики, они продавились. Мне нравится больше вот это больно расчесывает. Она как запутанные волосы, и она... сложно расчесывать. Ну, я буду расчесывать. Мне нужно помыть голову. Видите, как у меня уже обросло? А я хочу покрасить волосы. Я не знаю, подстригать, не подстригать волосы мне. Да, вот это все, да.
Я хотела подстричь где-то вот так вот. Чуть ниже плеч хотела подстричь. Сейчас не знаю. Ну, видите, они у меня вот тут сухие, кончики совсем. Это обязательно нужно, потому что они некрасивые. Да, они вот сухие, видно, сухие кончики. Буду снимать макияж, чистить свое лицо, что как это? Обычно. Это волосы мои. Твои. Мы закончили наши процедуры. Пэтинг. Да. Только смотри. Это тоже можно зачесать. Такие вот я купила себе брючки. Они как спортивные штаны. Да и... не брюки! Но они выглядят как брючки, знаешь, такие. Сдалека может видно, что это брюки, но это спортивные штаны. Они с начесиком, тут кармашки. Мне нравится, девчонкам нет. Но главное, мне нравится. Ну, то есть они сказали, что они бы такое не купили. Ты как Бонни? Yes. Вы прям одинаковые. Говорят же, что собака похожа на своего хозяина. А тут наоборот, хозяин похож на собаку. Фу, все нормально, вкусно. Маргарита волосы прям в еду. Это водичка. В прошлый раз покупала, они другой формы были, да? Да. В прошлый раз они были какие-то, как подушечки, да, какие-то, не знаю, как они были. Да, большие, побольше, да? Она так смотрит, думает, что она лазит рукой в моей тарелке, не пойму, почему. На, мой Юля, отдай. Помнишь, мы раньше должны были ее кормить? С рук кормить, да, мы ее с рук кормили. С рук кормить нужно было Чупика, потому что она бы не кушала так. Голодала же она! Прям голодала. Выросла. На, я тебя тоже покормлю. Теперь она выросла и кушает, мама. Да, она выросла и кушает. Она самостоятельная стала, да? Она скоро... Скоро будет даже... Подожди, сколько ей скоро будет? Ей 2 года скоро будет. Вот так. Вы опять поменялись кроватями? Да. Вон резинка черная, я ее искала. Дай. А зачем вы опять поменялись кроватями? Почему? 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 Я хочу тут спать. Внутри. Ушастый. Так, все, зубы чистила, нет? Давайте зубы чистить, Каролина. И спать. Слышь меня? Каролина. Каролина каждый день стала красить себе ресницы, деловая колбаса. Она каждый день красит ресницы, когда в школу идет или когда ты красишь. Сейчас пойдем смывать. Ты меня не слышишь. Я зубы чистила? Девочки, я даю 5 минут. 5 минут даю. Творог. Выходи. Пока. Смотри, что я умею. Замечательно просто. Ты просто профессионал. По запрыгиванию на кровать. Все, уйди туда. Иди туда, чесу.